В США готовятся к затяжному конфликту в Судане, поскольку обе стороны считают, что могут победить военным путем, и у них мало стимулов для того, чтобы сесть за стол переговоров. С таким заявлением выступила директор американской разведки Эврил Хейнс. Глава Белого дома назвал продолжающиеся бои в Хартуме трагедией и пригрозил санкциями всем лицам, которые, цитата, «угрожают миру, безопасности и стабильности Судана и применяют насилие против гражданского населения». По данным НПО, число жертв вооруженного конфликта между бывшими союзниками по военному перевороту приближается к 700.